велосипед. И все это полностью наполнено мерчом с Blackpink. Я реально похожа на ребенка, знаете, который такой типа, я надену костюм папы и буду такая делать вид, что я бизнесменка. Типа, даже под наклоном мою жопу не видно. Я понимаю, что это очень странный обзор. Не знаю, меня мамка в школу наряжала, а у мамки нет вкуса. Буквально они кажутся очень огромными. Недавно я просто встречалась с моей подругой, и мы с ней решили встретиться в H&M. Я абсолютно не знала, что в H&M есть коллаборация с Blackpink, мы просто назначили это место как точку встречи. Я захожу в H&M, смотрю на мерч от Blackpink смотрит от меня, я смотрю на него, он все еще продолжает смотреть на меня, и тут я уже оказываюсь на кассе. На кассе я оказываюсь вот с таким вот огромным пакетом, в котором еще один пакет. И все это полностью наполнено мерчом с Blackpink. Когда я пришла в магазин, там было буквально все. Но я совершила покупок, получается, вот на 10600. И здесь еще у меня отдельно лежит сумка, которая стоила 1700. Сразу хочу оговориться, мне вообще никто за это не платил. Поэтому если мерч будет классный, мы его будем хвалить. Если же мерч будет херней, я так и скажу, типа, блин, ребят, нет, это все очень плохо. На самом деле, хочу отметить, что я не знаю просто как вы, но я, например, вообще не видела ни разу даже рекламы, что у H&M вышел коллаб с Blackpink. Я об этом нигде не слышала, нигде не видела. Возможно, я живу в вакууме. Я точно живу в вакууме. Но, блин, почему? Об этом практически никто не знает. Даже когда я в сторис в инсту рассказывала, что, ребят, типа, я нашла мерч от Blackpink, мне все писали, фига, вейчики, мерч от Blackpink, я срочно туда выезжаю. И я такая, а ой, никто не знает, походу. Ну, теперь зато мы сделаем с вами обзор. Ребятки, сразу скажу вам очень важный момент. Сейчас на сайте, по крайней мере на момент, когда я монтировала это видео, то есть вчера, все продукты все еще были доступны на сайте. Но единственный момент, в магазинах выбор гораздо больше, чем на сайте. Поэтому, если вы реально хотите попалить всю коллекцию, то вам нужно будет поехать в магазин. Но в целом, если честно, то основные товары все-таки представлены на сайте, и в магазах можно найти скорее побочные и менее интересные. А еще важный момент по поводу аксессуаров, это то, что я должна вам сказать сразу в начале видео. Дело в том, что аксессуары на сайте выглядят очень круто, но в жизни они выглядят как-то так. Кстати, на сайте оно прикольнее выглядит, я посмотрела. Оно очень дешево смотрится. Поэтому, если вдруг вы захотите заказать себе аксессуары, ну, честно скажу, я бы не советовала, потому что у них реально очень неприятный такой, знаете, прям бело-серебряный блеск, который вообще не выглядит ни разу, ну, не классно, хотя на фотографиях он выглядит здорово. Такого события я даже сделала себе корейский макияж. Да, вы не ослышались, я действительно сказала корейский макияж. Хотя это больше похоже на кринж-макияж, кажется, кому-то снова нужно начинать делать не только это, но также и это, а то кошмар. И знаете, раньше мне казалось, что это было гораздо проще, потому что сейчас я делаю этот макияж больше часа. И получилось, странно получилось, не очень нравится, как выглядит. Лучше бы осталось без макияжа, только голову помыла, честное слово. Ну, в общем, мои волосы сейчас переживают явно не самый лучший период. Поэтому я решила найти для себя новые продукты, которые спасут ситуацию. В аптеке «Планета здоровья» я увидела бренд Cosfa. И я сразу увидела, что производство Англии, а на тубах прорисованы проценты. Провизор мне объяснила, что в составе содержится не менее 95% натуральных компонентов. Поэтому эти продукты идеально подходят даже для частого применения. Мне подобрали мой личный состав, и сейчас я вам о нем расскажу. Например, первое средство под номером 3. Это легкий питательный шампунь для ежедневного восстанавливающего ухода за хрупкими, сухими и жесткими волосами. Кстати, этот шампунь надо наносить на кожу головы и не на все волосы. Шампунь он сам по себе очень мягкий, но в то же время супер хорошо очищает. Я не могу без кондиционера после шампуня, и поэтому дальше беру номер 5. Этот кондиционер будет интенсивно питать и восстанавливать мои волосы. Мне посоветовали взять кондиционер также для сухих волос. Мне очень нравится его текстура, и она действительно очень нежирная. И приятным открытием для меня оказалось средство под номером 7, это гель для душа. Я, конечно же, уже успела потестировать его, но процесс я, естественно, не сняла, поэтому вам придется поверить мне на слово. Этот гель не сушит и, наоборот, увлажняет защитную функцию кожи за счет большого количества аминокислот, витаминов и минералов. Мне очень понравился запах, он прям быстро улетучивается и не перебивает парфюм, при этом он классный. Вот такая вот формула красоты у меня получилась, 357. Ну что сказать, посмотрите, после одного применения уже явно очевидна разница, мои волосы сейчас очень легко расчесываются, выглядят шелковыми и очень гладкие. Настроение провести себя в норму, даже хочется сделать какой-то век корейский макияж.
Что я делаю? Как непривычно, боже. Начнем с сумки. В коллекции их было две, черная и розовая, но я выбрала розовую просто потому, что черная похожая у меня есть. Я, конечно, понимаю, что это безумно тупо сравнивать Prada. Кстати, это кастомизированная моя Prada, но она знаменитая. А здесь я ходила к какой-то моей подруге домой, и у нее были ремонтные работы, я, короче, вляпалась в краску. Я подумала, что было бы неплохо акриловым маркером это замазать, но как бы получилось то, что здесь и написано «Сумка-предсказатель». Fun fact. Все считают, что сравнивают Prada и H&M могут только на этом канале и больше нигде, потому что до такого идиотизма еще пока никто не докатился. Они обе из нейлона. По крайней мере, материал очень сильно схож. И в целом, ну, нейлон тут и нейлон тут, плюс-минус одинакового качества. С той же разницей, что эта сумка, получается, стоила у нас... Ну, короче, 1700 она стоила, а это, по-моему, 120, но это не точно. В целом, здесь все выглядит очень приятно, цвет не очень красивый, в жизни он еще более пудровый, он прям очень классный. Из проблемы этой сумки я могу отнести разве что эти абсолютно дурацкие ремешки, честно. Если бы поставили вот такой тканевый ремень, было бы гораздо лучше, чем вот это безобразие. Но никто не мешает его снять, благо здесь есть все замочки, чтобы это отцепить. Здесь у нее сердечко. Внутри абсолютно один простой отдел, здесь нет ничего дополнительных секций. Но в целом нормальная на самом деле сумка. За свои деньги она выглядит прикольно, учитывая, что это еще и мерч. Здесь есть два варианта, как ее носить. Первый вариант — носить ее вот так на коротком ремешке. И вариант номер два — носить ее, соответственно, на длинном. Но длинный ремень все еще кринж, поэтому его нужно поменять. На самом деле, мне очень нравится вот эта сумочка тем, что она идеально подходит как и для фанатов Blackpink, как и для тех людей, которые смотрят за их творчеством, для блинков, так и она не будет триггерить обычных людей, которые вообще не знают, кто такие Blackpink, потому что она очень ненавязчивая. Здесь всего лишь вот эти вот две буквы, как бы, да, BP и BP, может быть, это BP, которая заправка, мало ли, как бы, человек, ну, просто BP, ему нормально. Сердечко, которое тоже никого не напрягает, а эту штуку всегда можно отрезать, если она раздражает. И это очень здорово, потому что я всегда максимально поддерживаю мерч, который не супер сильно давит на потенциального покупателя, например. Причем мне очень нравится мерч BTS, который BT21, потому что это абсолютно гениально. Тебе может не нравиться BTS, тебя могут не интересовать BTS, но это абсолютно очаровательные существа, которые ты просто хочешь купить, когда приезжаешь в ту же самую Корею, потому что в Корее их вот так. Кстати, я предвижу возможный вопрос, типа, из серии: Лиза, ты раньше так много говорила про Корею, но в последнее время ты про нее не говоришь. Ребят, я не говорю про нее только буквально из одного единственного соображения. Не потому что я кого-то там разлюбила, а потому что я не могу сейчас попасть в Корею. Да, вы можете мне сказать, что я могу попасть в Корею, но я скажу вам, что это слишком сложно обычному человеку по туристической визе сейчас попасть в Корею, потому что туристических виз не выдают. А причина, чтобы полететь туда по бизнес-визе, сидеть там две недели в обязательном карантине, я не могу, поэтому, как бы, исходя из того, что я не могу сейчас взаимодействовать с Кореей, Корея не взаимодействует с моим каналом. Но как только границы откроют, я первым делом полечу в Корею, потому что меня там ждет охренеть какое большое количество моих друзей, и вообще я очень сильно соскучилась. Но речь не об этом. Это не проблема. Также мне очень хочется купить, будучи блинком, хотя, наверное, слишком громко сказано, мне нравится Blackpink, но при этом я не фанючка. Как тогда меня назвать? Ну, короче, человек, который просто нравится Blackpink, он поддерживает их творчество, хочет тоже купить сюда какие-нибудь значки, их как-нибудь там оклеить, может быть, тоже какую-нибудь дурь написать, тоже в черно-розовых оттенках, будет прикольно. Короче, сумка класс, очень рекомендую. Достаем. Здесь у меня есть вот такая вот кофточка. Честно скажу, по материалу она очень приятная, потому что она плотнее, чем обычные футболки вейчики, то есть она не такая вот супер тонкая хлопковая, хотя, наверное, это не очень корректное сравнение, а она прям поплотнее будет, за счет этого класс. Здесь также вот это вот сердечко, я без малейшего понятия, как долго оно проживет, но честно, мне что-то подсказывает, что не очень долго, ибо вот эта штука, она просто как наклейка, и наклейка, как мне кажется, не самая плотная, потому что, например, у меня вот здесь вот наклейка а-ля прорезиненная, и с ней ничего не будет 100%, а это просто как какая-то тонкая рисовательная фигня. Знаете, на самом деле сидит она гораздо лучше, чем мне казалось. Она какая-то очень приятная, несмотря на то, что она даже полупрозрачная, она как-то не бесит. Я не знаю, как выразиться, но она прям такая, хорошая, с этой юбкой хорошо. Даже ничего не скажу, мне прям нравится, приятненько, приятненько. Очень, конечно, много сомнений вызывает вот это вот сердце, что-то мне кажется, что это сердце не самое надежное. Пожалуй, поменяем на другую футболку.
еще одна вот такая вот розовая футболка. Я все футболки взяла в размере М, чтобы было лучше. Блин, макияж такой странный сегодня. Капец, господи, как можно было разучиться делать обычный макияж? Я не понимаю. Она, кстати, кажется как будто бы более плотная, чем белая футболка, которую я показывала до этого. И если сравнить, то действительно как будто материал разный. Этот, знаете, внутри очень мягкий, очень приятный, а этот как будто более шершавый. Странное объяснение, но реально они разные, хотя вроде бы идеи должны быть одинаковыми. Здесь у нас уже прорезиненный рисунок. Я думаю, вот этот рисунок никуда не денется, в отличие от вот этого малюсенького. Но тут только время покажет, поэтому если отвалится в Инстаграме, буду вопить. Честно, блинки, все еще считаю, что самые главные люди, которые должны решать, как вам коллекция, это исключительно вы. Нрав, не нрав. Ну, футболка я вниз этой юбкой поменяю. На самом деле мне нравится сочетание розового, черного, розового и серого, но оно мне, знаете, нравится, когда я вижу, например, на артах. Но как будто вот ты хотела показать, что ты классно совмещаешь два стиля, но у тебя не до конца это получилось. Какое-то вот такое вот чувство. Почему у тебя вечное желание залезть в мою сумку, но вечное нежелание сниматься на канале? Когда ты уже прекратишь быть настолько пафосным, можешь, пожалуйста, сказать мне? Я вел. Боже, он так мастерски делает, что он меня не замечает, я в абсолютном восторге. Даже сейчас, когда он смотрит в камеру, он смотрит как будто не в нее, а сквозь нее. Типа, а я не вижу, что ты меня снимаешь, снимай. Дальше у нас, ох, вот эта вещь, которая мне очень понравилась на стенде. И это у нас с вами, ребята, костюм целый. Основная задумка коллекции, как мне показалось, состоит в том, чтобы совместить некую уличную моду с офисной модой, школьной модой, поэтому самые интересные вещи это как раз-таки из раздела а-ля деловая одежда. Вещь, которая на манекене смотрелась абсолютно потрясающе. Пиджак и две юбки, которые очень-очень похожи между собой. К ним также еще шли брюки, и я все купила то, что было из этой серии, так что давайте это заценим, так как мне кажется, супер классно выглядит. Есть вот такая вот юбка, конечно, по качеству это дикая абсолютно синтетика, которая даже блестит, но она очень неплохо смотрелась на манекене, и, надеюсь, на мне будет смотреться не хуже. Вот эта вещь просто лучшая, абсолютно лучшая вещь в мире. Но не по качеству, нет. Короче, когда я увидела вот этот вот просто жакет, мега оверсайз, я поняла, что я не могу удержаться и не скупить все, что предлагают мне коллаб Эчика и Blackpink. Он, конечно, супер гигантский, это размер S, ребят. Но какой же он крутой. Сейчас я еще нормально оденусь, просто я не смогла сдержаться и не померить. Такая просто, знаете ли, лесбик-футуриста. Как же это выглядит круто. Хотя, наверное, все-таки он слишком оверсайз. И хочется как будто бы, знаете, чтобы он был поменьше. Ну сейчас, полный образ сделаем. Да, у меня синяки на ногах. Что вы мне сделаете? Мне ее уже сделали. Хиняк под цвет костюма. Со спины хотя видно, что там юбка прослеживается. Или нет? Я не понимаю. Ну, типа да, если рук поднимаю, то, конечно, видно, что у меня там есть юбка. Но. С одной стороны, конечно, выглядит здорово. С другой стороны, это очень странно. С третьей стороны, это Blackpink. С четвертой стороны, это Blackpink. Blackpink 4. Их 4 девушки. Второй вариант а-ля школьная азиатская юбка. Здесь хочется отметить то, что уже нет никакого сердечка. Считаю, в данном случае это упущение, хоть и крой у нее достаточно прикольный, и она плотная, поэтому она, по идее, не должна развиваться на ветру. Но также ее проблема этой юбки в том, что она не имеет никакой подкладки, то есть здесь нет шорт. Что очень странно, потому что в 99% случаев, когда ты покупаешь какую-то вещь, которая или азиатская, или под азиатский мерч в таком формате, там всегда будут шорты, ну, потому что у них так принято. Я не понимаю, почему они здесь не нашили шорты, могли бы цены, например, на 100-200 рублей поднять, но хотя были бы шорты, и можно было бы чувствовать себя гораздо спокойнее, то знаете ли. Она недостаточно короткая, чтобы вы ходили, и у вас здесь все торчало, но и недостаточно длинная, наверное, чтобы чувствовать себя суперкомфортно. Мой рост, если что, 1,62 м, сколько она прикрывает при моем недостаточно высоком росте. И юбка сидит строго на талии, то есть спустить ее ниже, конечно, можно, но уже практически невозможно. Мне еще вот вид спины можете заценить. Типа, даже под наклоном мою руку не видно. Вот такая вот ковчуля. Смотрите, сзади написано Blackpink. Спереди сердечко, чтобы все, кто в теме, те выкупили. А кто не в теме, ну и нафиг их.
Kinda очень круто выглядит. Blackpink in your area. Ну, я не айдол, я не стремлюсь им быть, я всего лишь недоблогер. Вот так выглядит с обычными черными прямыми брюками. Мне, честно, нравится. Единственное, что мне не очень понятно, почему черный недостаточно черный, потому что даже с этими брюками это, кстати, твое, то есть ну, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Оно как будто бы немножко выгоревшее, выцвевшее, или как будто это постирали, но его никто не стирал. Ладно, надеюсь, что с какой-то другой одеждой, например, с тем же самым мерчом Blackpink это будет выглядеть лучше. Блин, на самом деле, я думала, это будет выглядеть лучше, но что-то мне не кажется, что это выглядит как-то супер стильно. Возможно, что в Корее это бы смотрелось иначе, ну, в том плане, если это была бы настоящая корейская одежда, а не в коллабе. Потому что как будто, знаете, что-то не так. Такое ощущение, что и цвета не совпадают между собой, или текстуры как-то слишком отличаются. Ибо, знаете, я очень много раз видела, когда девушки носят какие-то вот такого плана вещи, плотные кофты с юбками, и выглядят здорово. Но вот в этом случае выглядят как-то, как будто, я не знаю, меня мамка в школу наряжала, а у мамки нет вкуса. На сколько блэкпинков по шкале от 1 блэкпинка до 10 блэкпинков вы бы поставили вот этому образу? Это было очень тупое решение с моей стороны, потому что я их не просто купила, их не мерила. И что-то, знаете, я вот сейчас достала, кажется, как будто они очень большие. Хотя это вроде самый маленький размер, это 32. Да, 32 размер. А, 34 размер, это, кстати, плохо. Самый маленький в их линейке. Блин, надеюсь, они будут как раз, но что-то кажется, что они огромные. Типа, буквально они кажутся очень огромными. Я не знаю, как назвать этот костюм. Я реально похожа на Битлджус. Я думала, что будет красиво надеть его на голое тело, но нет, это не так. Я тут с вами встаю, с собой полюбуюсь. Она была бизнесменшей, обладала многомиллиардными суммами. Целыми днями она занималась тем, что приумножала свой капитал. Она была капиталисткой. А я тоже ничего не поняла. Ну, короче, да, вот бизнесменша такая получилась, но, честно, это похоже не на бизнесменшу. Мне кажется, этот костюм даже на Давиде будет висеть, а Давид побольше меня будет. Я реально похожа на ребенка, знаете, который такой, типа, я надену костюм папы и буду такая делать вид, что я бизнесменка. Давид. Да, милая. Мне нужно, чтобы ты надела этот костюм. Я работаю. Понимаю. Но ты будешь работать в костюме, будешь бизнесменкой. Реально нормально. В общем, не знаю, в какой вселенной так произошло, что костюм размера XS идеально подошел вот этому мужчине. Готовлюсь выпускать свой новый трек. Я не понимаю, как это вообще возможно. А еще сейчас мне кажется, что как будто бы пиджак и брюки разного цвета. И да, они действительно разного цвета, и я с этого, конечно, ору. Хоть я и говорила, что я очень хорошо отношусь к мерчу, когда нету навязчивого упоминания, все-таки так мы говорим про коллаборацию с брендом, безусловно, что-то такое должно быть. У меня есть уже худаки и футболки подобного формата, например, у меня есть футболка с Арианой Гранде с концерта, которую я с удовольствием ношу. У меня есть тоже подобная футболка с Blackpink, и я считаю, что вот еще вот такого плана худи ближе к осени абсолютно идеальный вариант, что можно было приобрести. Здорово, что в их коллекции есть разные штуки, есть как такого формата, так и для тех, кто просто хочет что-то прикольное, что-то необычное, возможно, более качественное, чем стандартный набор одежды от H&M. Потому что, кстати, не знаю, как вы, но H прям по качеству не очень. Это утепленный, но при этом укороченный худак. Внутри вот такая вот штука, которая, возможно, сваляется. Но, к счастью или к сожалению, я вообще не запариваюсь на тему одежды, поэтому для меня самое главное, чтобы сидело хорошо, чтобы выглядело симпатично, ну и чтобы после первой стирки не сдохло. Вроде не должно сдохнуть после первой стирки. Я очень на это надеюсь. А? Он абсолютно прекрасен, он очень воздушный, он легкий, но кажется, как будто бы он теплый. Не знаю, как это объяснить. Объективно, мне прям реально очень нравится, как он выглядит. И на самом деле, несмотря на то, что здесь прям принт девчули, оно как-то выглядит достаточно ненавязчиво. Не знаю, как вам, но мне кажется, я не выгляжу как просто человек, который хочет облепиться мерчом Blackpink. Несмотря на то, что я буквально облеплена мерчом Blackpink. Внимание, сейчас будет самое странное сочетание вещей, которые только можно придумать. И нет,
Это не похоже на гранж, это похоже на человека, у которого не то, что проблемы со вкусом и с восприятием. Это похоже на, знаете, такой персонаж был, у него еще был странный макияж. И какой-то он весь такой, ё-моё, я даже не помню, я просто фотку видела. Битлджус. Вот, это вайб Битлджуса, я не знаю, безумного шляпника, но в целом шоу очень странно. Короче, эти брюки, у них здесь резинка, и за счет этого они хорошо садятся на талию, потому что если талия тонкая, то они вам прилегают хорошо. Соответственно, если талия, ну, не тонкая, они вам тоже будут прилегать хорошо, поэтому это здорово. Единственный, конечно, минус, типа мой рост все еще 1.62 м, и эти брюки, мне кажется, рассчитаны на рост 1.80 м, потому что... Мама, я убираю! Мама, я мою полы, честно! Короче, я понимаю, что в этом point, в этом стиле, но, блин, что это? Вот это что? Хочется так, но так это тоже выглядит странно. Типа, мы все еще говорим про Корею, про моду. Если посоветуете, с чем это носить, буду рада. Говорят, что кто кинет вакуум, выходит именно так. Blackpink in your area. Ну что, мои сладкие малыши, собственно, в коллекции Blackpink еще очень много представлено разной другой одежды, но я считаю, что этого достаточно, потому что самое интересное мы взяли. Остальное в основном это были там типа джинсы, белые платья, в целом прикольная одежда, но ничего, знаете, такого прям вот интересного, что прям вау, хотелось бы показать, я для себя не нашла. Поэтому напишите, как вам эта коллекция, а я вас всех люблю, всех целую, и смотрите мое прошлое видео с Алика, там вещи будут поприкольнее, честно, наверное. Идет еще посадка до концерта где-то минут 20. Что происходит? И здесь люди стоят 6 часов. 6, мать их, часов.